говорить вам, что все плохо, это и так все знают. Это депрессия. Все без работы или боятся ее потерять. Доллар безудержно падает. Банки на грани краха. Хозяева магазинов держат под прилавками оружие. На улицах бесчинствуют хулиганы. И похоже на то, что никто не знает, что делать, и что этому нет конца. Мы знаем, что воздух не годится для дыхания, а пища непригодна для организма. Мы сидим и смотрим телевизор, и какой-то местный диктор говорит нам, что сегодня совершено 15 убийств и 63 серьезных преступления. Как будто так и должно быть. Мы знаем, что все плохо. Хуже, чем плохо, это сумасшествие. Как будто все везде сходит с ума, чтобы мы не выходили из дома. Мы сидим дома, и медленно мир, в котором мы живем, становится меньше. А мы только говорим, пожалуйста, оставьте нас в покое хотя бы у наших гостиных. Оставьте мне тостер, телевизор, мое кресло. Я ничего не скажу, только оставьте меня в покое. Но я вас в покое не оставлю. Я хочу, чтобы вы разозлились. Я не хочу, чтобы вы протестовали, не хочу мятежа. Не хочу, чтобы вы писали своему конгрессмену, потому что я не знаю, что вам надо писать. Я не знаю, что делать с депрессией, инфляцией, русскими и преступностью на улицах. Я знаю одно, сначала вас надо разозлить. Вы должны сказать, я человек, черт побери. Моя жизнь бесценна. Теперь я хочу, чтобы вы встали. Все встаньте из своих кресел. Немедленно встаньте и подойдите к окну. Откройте его, высуньте голову и прокричите. Я зол как черт, я больше этого терпеть не буду. Немедленно встаньте. Встаньте, подойдите к окну, откройте его, высуньте голову и прокричите, я зол как черт. Я больше этого терпеть не буду. На сколько станций идет эфир? 67. Еще на Атланту. Больше не буду этого терпеть. Тогда мы поймем, что делать с депрессией, инфляцией и нефтяным кризисом. Но сначала поднимитесь из кресел, высуньте головы в окна и прокричите это. Я зол как черт. Я больше не буду этого терпеть. С кем ты говоришь, Хер? С филиалом Атланти. В Атланте кричат? Нет, в Атланте кричат. Но сначала вы должны разозлиться. Вы должны сказать, я зол как черт. Я больше не буду этого терпеть. В Баттон-Руж кричат. Вставайте, вставайте, вставайте из кресел. Сукин сын, вы побили всех. Высуньте головы из окон, откройте их и высуньте головы и продолжайте кричать. Я зол как черт, я больше не буду этого терпеть. Встаньте из кресел. Ты куда? Хочу посмотреть, может кто-нибудь кричит? Подойдите все к окнам, откройте их, высуньте головы и крикните. Я зол как черт, я больше не буду этого терпеть. Я зла как черт, и я больше не буду этого терпеть. Я зла как черт, и я больше не буду этого терпеть. Я зол как черт, и я больше не буду этого терпеть. Я зла как черт, я больше не буду этого терпеть. Я больше не буду этого терпеть. Я зла как черт, и больше не буду этого терпеть. Я не буду этого терпеть. Thank you.
даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век.